И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в метро 2033, продолжаем проходить здесь, и в прошлой серии мы пробрались через линию фронта, так называемую. А теперь куда бежать? Еще пульки. И нас спасли какие-то жмурики, которые сказали, пошли к броневику. Я хочу большую сумку. У меня ништяки всякие не влазят. Так, здесь уже наши друзья, товарищи прошли, похоже. Что есть? Что даешь? Вот. 4 патрончика. Здорово, пацаны. Нифига себе, броневик. Это то... Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Удачи вам. А этот чувак, который озвучивает это, голос Бурбона. У локализаторов, наверное, не хватило ФВ. О, нифига себе, поворот-то такой. Вверх-вниз и... Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Влево-вправо поворачивать башню только. Так по-тупому. А назад поворачивается. Жмите У. Открывайте. Сова, открывай. Медведь пришел. А ведь можно же пострелять. Правильно? Тра-та-та. Это же эти демоны из... Фашисты из Рейхстага там этого своего. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, генерал-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? О. Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Валим. Обух. А патроны кончаются, нет, интересно? Да я понял уже. Слева! Слева, Артём! Да кто где? Да вашу ж... Ты там проехать что не можешь, что ли? Все сдохли. Ты
кто сзади? Все нормально. Надо, оказывается, просто в этих стрелять и все. Но я вроде старался аккуратненько пульки тратить. Господи! Да это же танк! Да, какой танк? Нихера себе. Тур-тур-тур. Все. Приехали. Ты давай там включай. Включай. Поехали, поехали. Похоже, все, приехали. Ну, хорошая штука была. Че, все? Чини давай, я прикрываю. Вот он, огонь! Заводи там, ну. Ты заводи там, ну. Как-то отвернуть надо, что ли, чтобы... Там же броня у меня, ну. Да, блин. У меня же там броня, ну, слева. Она вообще по кругу вся броня. Какого черта? Давай. Тут прям засада какая-то. Ты там чинить будешь, нет? Быстрее чини. Управление, конечно, тупое. Вот это влево-вправо на стрелочках. Вот он, огонь! Да, блин. Сваливаем. Ух. Да, я понимаю. Сдохни уже, ну. Еле проскочили. Ты смотри, куда едешь-то, ну. А, вот так вот, да, это? Вообще фигня. Тупо столкнуть вагон, чё бы нет. Там слева-справа какие-то эти. Да опять что ли, ну? Ну. А, все, приехали. Жесть какая, а. Быстрее, Артём, быстрее! Давай. Может быть там посмотреть чего-нибудь? Есть что-нибудь здесь такое? Может, здесь что-то интересное спрятано? Мне тут не дадут далеко уйти. Тут все обвалилось. Куда-то он свистал. Новый транспорт.
После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Фига мы здесь по метро. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Ой, дьявол! Понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. Не говори. Да уж. Жутковатое местечко. И не говори. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артём! Дрезина, закрывай ворота! Не вижу его. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Чтобы мы не застряли. Прячься за броней. Погнали! Фу, ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Вон, вон, вон. Бегают. Что это? Мутантские отроди. Вот это погнали. Вот это веселье. Ну, давай, заряжать. Как нет? Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Собачки тут прыгают. Вон бегают. Тише. Это что было? Упыри! Гаси их, а то мы на этом кладбище останемся! Кто где? Да блин! Не успевай перезаряжаться. Да стреляй ты их, но тоже помогай. Поехали. Давай, давай, помогай. А чё? Давай. Извини, братан. Эй! Эй, дружище! Прости, друг. А как это остановить? Остановите поезд, я сойду. Остановите поезд!
Нет! Ух! О, вот это... Вот это дичь какая. Мне его там никак не дог... не проверить, да? Блин, его вытряхнули прямо из дрезины. О, жесть какая. Кто их тут стрелял? Кто-то их тут стрелял. Смотри. Причем не просто стрелял, они, смотри, рваные раны, как будто их какие-то другие чудовища мочили. Типа супер-убер пистолет. Смотри, они все покоцанные. Что ли? Так, ладно, пошли. И куда? Не совсем уловил куда, но давай с этой стороны проверим. Кругом растяжки. Сюда куда-то налево пойдешь. Так, ну здесь следы крови, там Сыкова. Пошли сюда. Туда кого-то вот. Нет, я не хотел, я хотел сначала там проверить. После смерти Павла я опять остался один, и я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Меня там ждал Ульман? Дыра. Собаки лают. Собаки лают, дети плачут. Вон там, там уже, смотри. Человек? Но как? Ладно, давай сюда, быстрее. Давай, дай. В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши на розе. Присоединяйся. Присоединяться к вам, чтобы быть по уши в навозе? Такая себе перспективка. Не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Дети подземелья, блин. Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой.
Да, а я-то здесь при чем? Чувствуешь? Это еще что за хрень? Спокойно, без паники. Выключить этот гонг долбаный. Вот и вся любовь. Вот и повоевали. Все в порядке? Да, не очень, тут чувакам что-то грустно как-то. У нас потери! Чудесный день сегодня. Тупой гонг, уберите уже. Звонаря этого, блин, пристрелите, пожалуйста, кто-нибудь. Ты встал? Молодец. 1, 2. Пулеметчик живой вроде. 4. Эти-то молодцы, стоят там в укрытии. Нам конец. Не ссы. Бодрячку, врагу не сдается наш гордый варяг. Пощад никто не желает. О, пошли. Да. Перезаряжаться. Успевать. Того возьмете? Ты чё за... Чё за толстая херня? Смотри, там какие-то жирные. Да какого? Смотри, чё. Перезаряжаю. Закрывайте. Да какого хера на меня-то, ну? Вам мало, что ли, кого тут поесть? Эти твари, что ли, вот так вот пыхтят? Я не успеваю просто перезаряжаться. Да-да-да, вот эта вот херня, смотри, что творит. Да, блин, опять. Это нездоровая фигня. Нет, так и задумано. Все, все поумирали. 40 патронов на них потратил. А где? 15 только вернули. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. А чё ты не боец? А ну встать, боец. Блин. Вот эти, смотри, какие-то. Они по мозгам похожи. Какие-то новые. Титькастые свиньи какие-то. Они по мозгам бьют.
Ну ты тут держись тогда. Как мне туда? Залезь там, вон, записочка. Новая заметка. Звуки страшные. Тут бой был даже внутри, смотри. Ну, звонаря замочили, это 100%. Вот всегда не пойму, то есть, смотри, вот начинается кипиш, да, какой-то, то есть, надо бежать, что-то делать, там, оборону готовить, хватать ствол, держать оборону, готовить эту оборону. Ну, я не знаю, там, помогать женщин, детей, стариков выводить, там, еще чем-нибудь полезным заниматься, но нет, какой-то придурок стоит и... колотит в колокол в этот и по рельсе бьет этой. То есть я вот этого смысла не понимаю. Ну предупредили, все, всем понятно уже, все, шухер. Но нет. А я. Да откуда вы? Да нифига ты живучий! Маркер где-то был. Что-то можно было стрельнуть. Еще 8 патронов. Сыково здесь как-то. Опять что ли, ну? Ты еще не сдох там? Кто где? Умер там, нет? Да что ты... Ой. Это вот по вот этим. Вот с такую херню этот чувак долбал. Что-то ссыково. Еще где-то топает. Стреляй, как-то инвалид. Сколько их здесь?
смотри, что. Давай, где ты? Есть. Давай, давай. Сюда подбегайте. Ты смотри, где сколько. Это так и должно быть? Или они не закончатся здесь, пока я отсюда не свалю? Ну, вроде перестрелял. Еще потрошки. Где-то музыка играет. Там музыка играет. Туда же... Нет, по-моему, туда нельзя спрыгнуть. Просто надо под ноги смотреть, что в такую яму не завалиться. Там мне, по всей видимости, по максимуму. Зашел из разгона туда, в дырку, да? Мне можно было куда-то туда пойти, но... Хотя нет, пойдем зайдем. Вот сюда вот. Это тупики. О, о, отлично. Двенадцать патронов. Огонь по норам. Смотри-ка, достижения стали давать. Блин. А я. Надо занимать какую-нибудь оборону и встречать их. Так, и чё, и куда я пришел? Тут тупик оказался. Блин.
белая какая-то сволота. Ай, да чтоб тебя, ну. Так, и как мне наверх залезть? Не совсем понятно. Нор этих куча. Провалиться ничего не стоит. Стендовик. Смотри, прям начали достижения сыпаться. Еще кто-то есть. Я не понимаю, куда идти. Твою мать, ты чё? Нет, сюда не пускают. Еще одна там бегает тварь. Да я ж попал, ну. Сколько их вас здесь, а? Твари. Там через огонь, что ли, надо было идти? А вот, куда-то пришел. Так, это... Сообщение куда-то надо вставить, да? Это что такое? Это как раз таки этот арбалет, наверное, который стрелками пуляет. И куда дальше? О, отлично. Подожди, я вернулся туда, где я был. Я отсюда пришел. Оружейная. Такая херня. То есть я просто обошел по кругу, эта дверь была закрыта, я ее теперь открыл. Где-то здесь рычит. Не, ну пошли тогда все время влево, например. Как выйти из лабиринта, да? Один из самых хороших способов. Не всегда вкатывает, но всегда держаться какой-то одной стороны. Можно, конечно, таким образом начать ходить по кругу, но в конце концов это запомнится и... Нужно будет уже свернуть куда-то. Вот эти вот прям вот мурашки по коже. Нифига, чувак, тут их настрелял-то, пока его не съели. Нормальный боец был. Не люблю вот эти шаблонные моменты. Темнота, чудовище, и ребенок плачет где-то. Где-то здесь, да? Ничего не больно, пацан. Он не просыпается. Он умер, да? Умер?
как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. Смышленый малый. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Мне на загривок. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. У меня с такой инерцией стал прицел двигаться, что просто капец. Будем надеяться, что пацан там поможет как-то сзади прикрывать. Да и если... Прям смотри, поворачиваю и... Что с управлением стало? Вон тама! Вон тама... Я целиться не могу теперь из-за этого мелкого. Вон там, а. Ну давай, пацан. Мелкий дрищ, бесполезный. Хоть бы предупредил, что сзади. Эй, осторожно! Да где? Охотник, достижение. Давай, пацан, говори. Ой, ой, сзади подползает. Постреляли. Так. А реально с управлением какая-то дичь произошла. Угу. Да вашу шумашу. Пацан бесполезный, блин. Хоть бы предупреждал. Блин, опять этих стреляют, что ли? Пошли, пацан. Займем оборону. Ой, ой, сзади подползает. Так где? Сзади. Давай. Сейчас здесь вылезет по-любому. Давай, я жду. Вон он, еще один. Мне же не обязательно их стрелять. Патроны тратить, правильно? Эй, эй, осторожно! Да я ж стрельнул, ну. Все, пошли, короче. Меня прям даже таскает от того, что пацан это сидит на загривке. Там... Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. В
каком? В этом? Вот в этом! А ты откуда знаешь? У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Пацан, в каком тайнике, ты уточняй. Ой, ой, сзади подползает! Вон тама! Вон тама, это где? Ты не умничай. Ты пальца покажи. Вон он, еще один! Откуда? Умирает с задержкой. Опять что ли, ну? Звонари эти. Ой-ой, смотри, там дырка. Да что ты? Дырку я вижу. Ты сзади там наблюдай. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Где-то топают еще. Блин. Да вот откуда они берутся здесь, а? Прям под ногами. Сверху спрыгивает, что ли, откуда? А вот так вот дальше пройдешь, начнут на голову прыгать. Реально много. Бесишь? Да ты смотри, чё. Вы серьезно? А я, пацан, ты там хоть это немножко. Зря столько патронов слил. Ну, вот же патроны. Вроде чисто. Туда пойдешь. Сюда пойдешь. Сохранение прошло. Пошли посмотрим, что здесь за растяжки. Эй, это что? Кажется, провод. Поздно говоришь. Вон тама! Угу. И отсюда можно было вылезти. Или отсюда.
уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Правда, пацан. А еще... Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Сможем, пацан, сможем. Но если будешь продолжать болтать... Я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Если будешь продолжать болтать, я один пойду на небо. Пацан, тебя там ждут уже. Мама твоя вон там в истерике бьется. Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Пусти меня к ней! Спасибо, брат. Саша. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без него отца нам бы не прожить. Если бы он потерял сына... Дядя умер, мам. Его бы это убило. Меня этот человек принес на плечах. И нас всех заодно. Я ему помогал монстров убивать. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. А можно было отказаться и сказать, да? Да нет, что вы, мне не нужны патроны. Я мажор. Ладно, пошли. Пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону, так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Узнали наконец-то. Ладно. Спасибо и на этом. Давайте посмотрим, что здесь есть. Патронов? Давай. Так, что здесь? Патроны. Это продаем. Это купим чуть-чуть. Это, наверное, насобираем. Это полно. Вот это, наверное, можно продать. Ножики продаем. Это продаем. Сносит цель в клочья. Одно. Нет человека, оставим, нет, пожалуй. Проблем. Хороший выбор. Давай. Чё по пушкам? Тюнинг. Какие прицелы есть новые? Стволы. Ну, не знаю. Можно, конечно, и вот эту хрень поставить. Ну, давай поставим. С ней побегаем. Лазерный целеуказатель не нужен. Так, здесь тюнинг. Оптика четырехкратная, лазерный целеуказатель. Мне интересно. Здесь что? Тоже оптика. Ствол уже стоит. И лазерный целеуказатель. Обмен. Что есть? Тихарь. ВСВ. Для тебя берет. Пользоваться просто. Убойник, калаш. И револьвер. Ну такое себе. Проходите. Не-не. Я пока нет. Нет, я пока не хочу. Проходите. Только у нас лучше. Но выход я понял где. А, сюда и идти-то некуда. Нифига там народу. Не плачь, Саша. Не плачь. Че играем? Казалось, он сейчас играл в эту. Эх, раз, да еще раз. Обмен патронов. Лучше курс во всем мире. Так, ну ладно, туда мы пойдем уже в другой серии, ребят. Поэтому на этом будем заканчивать.
Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем видео. С вами был Серега, всем счастливо, всем пока-пока.